Давайте сегодня посмотрим, с кем жила Саша Черно до телепроекта «Дом-2». Девушка давно ведет Инстаграм. Поначалу все ее фото были только с девчонками-подружками. А вот в декабре 2014 года у Черно появились совместные фото с молодым человеком. Это Влад из Сергиева Посада. Саша его искренне полюбила. Она так называла его в своих постах. Любимка, кисюнчик, зайчик, милый Владик. Подписчики удивляются, почему Черно не удаляет те старые посты. Ей пишут, давно уже пора почистить Инстаграм и хранить эту память где-нибудь в укромном местечке. Как Йося еще не отреагировал на это? Саша и Влад планировали свадьбу. В июне 2015 года ребята съехались, стали жить вместе. Саша стала писать о скорой свадьбе. «Заявляю на весь Инстаграм, я не беременная. Я замуж выхожу исключительно по любви». «Да-да, такое тоже бывает. Всем любви и добра», – писала она. Но свадебных фотографий у нее так и не появилось. Позже Черно рассказала о ссоре с Владом, о своем разочаровании. Что там произошло, конечно же, неизвестно. Ребята в итоге разошлись, но остались друзьями. Некоторое время Черно была одна, а в мае 2016 года у Саши появился новый возлюбленный. Парень из Волгограда. Как его зовут, выяснить не удалось. Саша, если ты смотришь это видео, то, пожалуйста, сообщи для истории имя своего второго парня. Ребята периодически ездили друг к другу. Черно к любимому в Волгоград, он к ней в Москву, где Саша тогда работала. Вот что писала Черно у себя в микроблоге. Она признавалась парню в любви. «Никто и никогда не поймет, что ты значишь для меня на самом деле. С мая ты стал для меня моим кислородом. Стал тем, ради кого хотелось жить. Ты самое дорогое, самое доброе и любимое, что есть в моей жизни, пусть и за 1000 километров. Одновременно самое злое и самое опасное. Я попрощаюсь с тобой, я обещаю тебе, но не сейчас, не сегодня. Сегодня я счастлива и люблю тебя». Черно все-таки нашла в себе силы, попрощалась с любимым и пришла на Дом-2. На телепроекте она и нашла свою судьбу, мужа Йосю. А этот парень – друг Саши Черно. Она иногда называет его своей лучшей подружкой. Вот что она пишет про этого парня. «Самый мой дорогой и любимый друг, если бы тебя не было, не знаю, как бы я все это перенесла. Я тебя люблю. Хорошо, когда есть кто-то рядом в переломные моменты жизни. И не просто кто-то, а тот, кто серьезно поймет, поддержит, приголубит». Вот такая вот компанейская и любвеобильная девушка Саша Черно. Подписывайтесь на мой канал, будем сплетничать об участниках Дом-2 вместе.